Кабинет адвокации по защите прав людей с ограниченными возможностями здоровья начал работать в Кызылорде. Меморандум о сотрудничестве подписали областной филиал Государственной корпорации правительства для граждан и 5 общественных организаций, в числе которых фонд «Волонтеры Кызылорды». По мнению инициаторов, проект поможет людям с особыми потребностями, которые порой не знают, куда обратиться для решения насущных вопросов. Поэтому трудно переоценить его роль в развитии безбарьерной среды. Здесь граждане с инвалидностью получат консультации по всем проблемным вопросам, госуслугам, социальным выплатам, трудоустройству, компьютерные навыки. По каждому вопросу, согласно расписанию, установлен определенный день недели. А прием жалоб на безвозмездной основе будут вести волонтеры-общественники. Один фонд на вопросы решает по доступной среде, да? Второй по организации обучения для людей с инвалидностью. Следующий – медиации и юридические вопросы. Также есть у нас инклюзивное творчество. И еще один по жилищным вопросам. Кабинет работать будет только для людей, имеющих инвалидность. Каждый день у каждого фонда свой график с 9 утра до часу дня, ежедневно.